Здравствуйте! Сегодня я познакомлю вас с гранями безграничного Востока, того, который пугает и завораживает одновременно. Мы отправляемся на презентацию книги под названием «Ажнабия. Записки иностранки». Мой Восток – это Восток запахов, в первую очередь, смеси, не духов, нет. Восток томного бахура, Восток кофе, кофе, разливающийся из дома. Мой Восток – это музыка. Музыка бесконечна, она повсюду. Она звучит везде – из окон, из дверей, из машин. Я не знаю, мне кажется, даже из леса доносится музыка, потому что восточные люди очень любят праздники. Они везде их устраивают и начинают танцевать. Дабки – традиционный ливанский, сирийский, иорданский, палестинский танец. Дабки такой всеобъемлющий, всеобъединяющий танец, и поэтому музыка звучит повсюду. Мне приятно, что я нахожусь именно сегодня на презентацию книги «Ажнабия. Иностранка» или «Записки иностранки» на русском. Книга не шаблонная. Здесь слова написаны очевидцем, живущего событиями или временами в арабских странах, ну плюс ко всему, и самое главное, что у нее, у госпожи Ольги, муж араб, ливанец. По сей день помню то чувство восторга, смешанное со страхом, когда в иллюминаторе самолета показались огни Бейрута. Сказать, что это было красиво, значит ничего не сказать. Ошеломительно. Словно звездное небо обрушилось на тебя в одно мгновение. Восток, он волшебный. Он может быть жестоким, может быть добрым, может быть прекрасным. Как и отношения между мужчиной и женщиной. В этом есть все. От чего это зависит, его грани, этого Востока, такой или такой? Да, наверное, от любви. Мой Восток – это очень сложный Восток, очень со сложными законами взаимоотношений, потому что менталитет славянской души, русского человека, он не приемлет такого, знаете, не просто подчинения, да, традициям, он не приемлет скольжения по лезвию бритвы. Мой, ты хороший, да, я тебя поцелую, и нож в спину, но с улыбкой. Восточные люди очень хитрые, очень в себе. Хотя кажется, что они горячие. Часто люди спрашивают, кто читает мои тексты, почему ты так жестко пишешь о Востоке? Я не знаю, мне кажется, если все писать и присыпать это сверху пудрой от рахат-лукума, это будет неправда. Я очень горжусь, что она старалась и сделала такую книгу про Восток. И она как переживала, как выйти, я тоже с ней переживал. Я очень счастлив, что вышло, и дай Бог, что на дальнейшее сделала еще книги. Наши русские нравятся, и Восток нравится. История рождения этой книги, которая вышла пробным тиражом в 1000 экземпляров и уже разлетелась по городам и читателям, простая и сложная одновременно.
Все началось более 10 лет назад, с личных заметок. Перешло в публикации для известных журналов, а потом поступил запрос на книгу. Книгу, которая расскажет о Ближнем Востоке, как он есть в наше непростое время. И хотя все предельно понятно в нехитрых текстах, так удачно облаченных в эмоции черно-белой и цветной графики, однозначно ответить на вопрос, о чем эта книга, трудно. Проще словами из песни. О несчастных и о счастливых, и о добре, и зле. О лютой ненависти и о святой любви. О том, что творится и что творилось на твоей земле. Все в этой музыке. Ты только улови. Наверное, каждый человек найдет важное для себя в этой книге. Особенно жены арабских мужей. Все чисто, все правда, все без прикрас. Знаете, призывать, да, давайте устроим мир во всем мире. Я, конечно, я понимаю, что это все в нашей современности, это все нереально. Но я попыталась хотя бы вот, хотя бы немножечко приоткрыть глаза людям и объяснить, что Ближний Восток – это не мир ужаса, терроризма, страха, насилия. Это неправда. Это очень красивый, очень теплый, очень нежный, очень ранимый мир. И чем больше людей будут это знать, понимать, ездить туда, тем лучше. Мы должны научиться понимать друг друга. Доля христиан разных конфессий в Ливане достигает 40% населения. Это и марониты, и православные греки, и католики, и протестанты. А еще есть друзы и алавиты. 10% населения Сирии также христиане. Еще около 10% – алавиты. Так что не все арабы – мусульмане. Все время вспоминаю, когда я только вышла из декрета на работу, и первое, что меня спросили коллеги: «Оля, какая ты по счету жена в гареме?» Я смотрела, я понимала, что это люди с высшим образованием. Я спросила: «Вы шутите?» И мне мужчина сказал: «Нет, ну у вас же там так принято». Это очень смешно. На самом деле не принято. Нет, конечно. А как там с гаремами? Да не потянет мужчина гаремы, потому что нужно каждую жену обеспечить. Каждый дом, машину, драгоценности, золото, бриллианты. Чтобы каждая жила отдельно. Это может быть где-нибудь в Саудовской Аравии, но это не Ближний Восток. Там обычные семьи. А у моего свекра одна жена, там 5 детей, и всю жизнь они вот, им по 80 лет всю жизнь живут, все нормально. Хиджаб, никап, бурка, платок, короткая юбка, длинная юбка, костюм, джинсы и шорты. Выбор одежды у арабской женщины огромен. Магазины и модные бутики есть. Все зависит от традиции отдельно взятой семьи и религии арабской женщины. Вот я с госпожой художницей еще не познакомился, но могу сказать, умница. Она тоже как будто пришел, увидел, победил. Вот. То есть не просто вот так. Где-то слышала, видела, а как будто там она жила и знает, то есть человек чувствующий Восток. Любимое место в этой книге? Моя любимая обложка. Любая обложка – это обещание, такой, вот дверь, за дверью что-то должно быть. Соответственно, мы эту дверь тоже так оформили. Сама фамилия Ольга, Ажнабия, записки иностранки, там уже все. Там вся концепция книги. И обложка тоже так делалась. Одна сторона сказочная, другая приближена к реалиям. Если присмотреться ко всем этим хитросплетениям, узорам, можно увидеть и убитого ребенка, и утонувших детей, и горящих. И на другой стороне мы видим восточную сказку, изящную женщину с профилем Ольги, с шеей Ольги. Я очень благодарна самой Ольге и тому ее терпению, которое она подождала, чтобы я созрела для этих работ. Ее родителям, естественно, соответственно, они укомплектовали шикарной шеей, грациозной.
неординарным мышлением, абсолютно не мужским, не женским, а общечеловеческим мышлением вот на самом деле, и взглядом на такую проблему, которая подается только под одним углом, политическим. А под этой политикой есть люди, живые, красивые, всякие. Найти своего художника, который поймет тебя, это очень сложно. Когда абсолютно случайно я нашла Розу, наверное, вот с этого и началось все. Ну, наверное, не случайно, а, наверное, Мактуб, да? Да, именно так. Это слово знаковое очень. Роза, первое, что она нарисовала, эту картину, Мактуб. Следили в Инстаграм за всеми действиями, от А до Я, за картинами, за поиском художников, за редакцией каких-то страниц. И даже выучили некоторые, вот басом идет, некоторые имена на арабском. Даже знаем, что такое ажнабия. Я вас уверяю, что мнение о том, что сейчас не читают книги, оно ошибочное. Я точно могу об этом сказать, глядя на аналитику. Ажнабию будете читать? Да, безусловно. Я уже несколько страниц освоил. Мне очень понравилось. Хороший текст, классный язык. Все развернуто, все очень красочно. И есть нотки перца. Текста сравнительно немного. Много иллюстраций, и это говорит о том, что она сделана оптимально с позиции вот современного подхода при издании книг. Автор, конечно, молодец, умничка. Надеюсь, что это не последняя ее работа. Направление шикарное, есть куда идти. Тирмнех – очень хорошо. Мне остается добавить, что искусство и культура не имеют границ, а нам с вами дана возможность изучать их грани. А еще дана способность создавать грани безграничного. До встречи!